17 декабря президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации Алексея Аверчука. На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией во всех сферах. Был особо отмечен рост товарооборота. Было указано на наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения экономического сотрудничества. С удовлетворением была отмечена сочинская встреча президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина. Было подчеркнуто, что визит Алексея Аверчука создает хорошую возможность для обсуждения итогов года по сотрудничеству в экономической сфере. В ходе беседы была затронута деятельность трехсторонней комиссии на уровне заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, обсуждено открытие коммуникаций и другие вопросы. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития связи между Азербайджаном и Россией.